Глава комитета по лесному хозяйству Ивановской области обвиняется в растратах с использованием служебного положения. Уголовное дело на Михаила Яковлева завели по итогам прокурорской проверки. Представители надзорного ведомства выяснили, что в 2016 году глава областного комитета израсходовал более 270 тысяч рублей из бюджета региона. Деньги пошли на курсы управления самоходной техникой для себя и коллег. Образовательные услуги оказала Тейковская лесотехническая школа. Как выяснилось, занятия по одному из предметов не проводили, экзамены не принимали, а учащимся выдали фиктивные свидетельства о прохождении курсов. Всего следственные органы возбудили 7 уголовных дел. Теперь Михаилу Яковлеву грозит до 6 лет лишения свободы. Прокуратура области в отношении председателя комитета по лесному хозяйству по факту растраты бюджетных средств и использования заведомо подложного документа направлены материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По итогам их рассмотрения возбуждены и расследуются уголовные дела.